Юль, привет. Я, короче, была сегодня на крутой фотосессии, ну, на обычной фотосессии у Миши. Все, номер карточки забудь. Уже на карточке слишком много денег. Смотри. Кто такой Рамзан? Короче, Юля, я была на фотосессии, то есть мне засняли прям три образа, понимаешь? Это вообще офигенно, то есть у меня будет три разных фотосессии, три разных фотки каких-нибудь. А написано Рамзан. Юль, ты меня слышишь? В общем, я приехала в гости, жду Юру, мы тут должны с ним встретиться. Нет, это не вписка. Для прикола написала. Ну, знаешь, это вообще... Ты мне, короче, сделала вот такой маникюр. Не знаю, видно или нет. Вот. Чем такой? Че ты меня фоткаешь? Зачем ты скрин делаешь? Я тебя даже не знаю. Ну я поняла, да. Привет. Почему я на тебя подписан? Потому что я ночью снимаю такие трансляции, может быть. Поэтому вместе учились, мы не учились вместе. Ой, бля, все, иди в черный список. Ну, может быть. Эту песню здесь часто поют, ЖДМ, да. Спасибо. Мы не учились вместе. Да, мне тоже она очень нравится. Я жду ее. Спасибо. Да, она очень грустная, эта песня. Ну, отписывайся, как хочешь. Раньше я под нее плакала. Когда я услышала первый раз, реально я заплакала под эту песню. Ты плачешь? Да. Что-нибудь скажите, мне скучно. Будет, но не с тобой. Сегодня же пятница, 13-е. Будет, конечно. Я не знаю. Девушка хорошо поет. Я
Это караоке войс на Тверской. Ко мне сейчас приедут, не надо приезжать. Ну, ты можешь приехать и тут сам петь спокойно. Пока что одна, я жду. Я жду друга. Мне просто скучно стало, и я забыла трансляцию. Так вот. А вы не рады? О, привет, Мага. Как у тебя дела? А может, ты слышал про караоке войс? Че не знаю. Ты уже давно там, наверное. Привет. Ты сегодня бирюзовый, как мои трусики. Я тоже. Мне хорошо слышно было. Нет. Ставьте лайки. Блин, случайно Романа. Да? Тебе нравится этот цвет? Тоже нравится. Он такой, они такие мятные, понимаешь? Мятные и аппетитные. Да. Так вот, я одна, пока. Ой, Юра, привет.